Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественной блесне, так называемом пилькере от компании Касадака. Моделька называется Castmaster. Ну, думаю, я, судя из названия, в принципе, понятно, на что данная приманка похожа на знаменитый, скажем так, Castmaster. Ну, небольшие отличия немножко в данной блесеньке, конечно же, есть. Ну, в общем и целом, по игре, если честно, я с оригиналом сильной разницы не понял. Сама блесенка выглядит таким вот образом. То есть, в принципе, здесь по телу довольно-таки все понятно. Данная блесенка оснащена двумя заводными кольцами, тройным крючком, который имеет такую вот опушечку. Крючок у нас имеет хромированное покрытие, крючок довольно-таки острый. Блесна в данной расцветке имеет такую вот матовую порошковую окрасочку. Цвет у нас серо-розовый. Также на блесне имеется гравировочка, название бренда Касадака и название модели Castmaster и вес, соответственно, 7 грамм. Длина данной блесенки составляет 4 сантиметра. Блесна летит, в принципе, как и все пилькероподобные блесенки, очень отлично, точно и уверенно. Пробивает любой ветер. В принципе, проблем с забросом здесь испытывать однозначно не будете. После приводнения блесенка довольно-таки активно сыпется, то есть тонет она довольно быстро, как и все пилькероподобные блесна. На проводке блесенка имеет довольно-таки интересную игру, довольно активную. Данная блесна отлично подходит для ловли на среднем течении, быстром, соответственно, течении. Также можно практиковать ловлю данной блесной на стоячем водоеме. Можно использовать также джиговую проводочку. На джиговую проводку подобных блесенок отлично отзывается окунь. Также окунь не брезгует данными блеснами и на равномерной проводке. Можно также делать паузы в равномерной проводке, ну и так далее. Я думаю, здесь все понятно. По жереху блесна выступает, скажем так, очень и очень отлично. То есть забрасываем и банально быстро крутим. Единственное, конечно, ну, к жереху нужно, используя береговую рыбалку на небольших реках, то есть по берегу перемещаться нужно довольно-таки тихо и стараться как можно меньше, скажем так, ну, как можно менее быть заметным, так как жереха довольно-таки осторожная рыба, и, в принципе, при береговой ловле блесна подобного типа меня уже не раз выручали по жереху, то есть здесь, в принципе, блесенки будут работать. Также на данной блесне отлично зачастую ловится галавль. Не скажу, что всегда стабильно, но порой бывают моменты, когда галавль атакует данную блесну довольно-таки активно. Блесна стоит довольно недорого, качество изготовления очень и очень отличное, могу порекомендовать. Приобрести данную блесну можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр, до свидания.